Недавно я закончил смотреть батл Ларин против Элдал Джарахов, только это не батл, а versus BPM. Не путайте versus и versus BPM. Versus — это где просто батлится, где есть судьи, так будет проще сказать, а BPM проходит без судей. Если вы смотрели этот батл versus BPM, то самые внимательные обратили на то, что Ларин, как и Млечный, забыл текст во время выступления BPM. Это же рэперы хотят мой хайп, большая игра, блять, ёб вашу мать. Давай, Гелот! Соберись! Я соберусь. Обычно мне нечего говорить про versus BPM, но в этот раз есть что сказать. Мне понравился, как Ларин выступил. Но в целом, когда я смотрел на этот батл, на меня большое впечатление не произвело. Просто обычный BPM. Ларин так надел очки, как будто он был похож на этого Сони Мармеладова. А почему ты выбрал такого грозного соперника? Ну потому что я считаю, что здесь неплохо было бы провести такой, знаешь, нюрнбергский процесс. Потому что война-то, в общем-то, уже выиграна. Но необходимо... 15-й год, это было прикольно. 15-й год. Потом Ларин решил про это видео снять и, типа, опять хайпануть. 15-й год, да, давай, ву! Это получается! Элдал Джарахов мне понравился, но его было очень мало, потому что Ларин так часто выступал, что растянул сам versus этот BPM на 33 минуты. Соболев, Шурыгина, Марьяна, Ивангай, Синий Кит, Лев против versus Оксимирон. Я больше в своем тексте не трону хайповых тем, только Дмитрия Ларина, он вам не Димон. 33 минуты — это значит все в целом. Элдал Джарахов, начало, конец, ну, в принципе, неплохо. Если говорить про 2017 год, я не считаю, что это самое выдающее видео в Ютубе, но покажет время. В принципе, то, что многие ждали, это свершилось. Элдал Джарахов против Ларина, два блогера. И самое главное, они не рэперы, они блогеры. Даже если Элдал Джарахов говорит, что он рэпер, то я его не считаю рэпером, как и Ларина. Ну, Ларина вообще нельзя считать, что он рэпер. Здрасте. Это срочное видеовключение из Москвы. Вчера у меня здесь... Привет, Ютуб, с вами Ларин. Я наткнулся недавно на канал Китай. Я очень внимательно смотрел сам versus BPM и скажу, что нельзя ощутить то, что происходило внутри бара 1703. То есть нужно было находиться внутри. А вы и другие зрители Ютуба, они это на себе не ощущают, весь кайф, который происходил в баре. Если вы поняли мою мысль, пишите просто в комментариях. Просто им было так весело, что все пили пиво, развлекались. И это было видно, что здесь вся собралась тусовка блогеров и люди, которые уже друг друга знают. А кто первый раз посмотрит этот versus BPM, он просто ничего не поймет, либо не вкурит, и его просто будет качать, но всю атмосферу нельзя... Короче, тема касается той атмосферы, которая происходила на экране, ну то есть в баре. Versus BPM, даже на этой теме присутствовал сам Ивангай. Хай-хай, с вами Ивангай, и это мой видеоблог. Также я сделал голосование Ларин против Элдал Джарахов. Вы можете перейти по ссылке и голосовать. Хочу поговорить про рэп, да, то, что происходило на экране, то, что я смотрел. Рэп настолько стал популярен, молодежь забывает то, что все это пришло не с России, не с Версуса, а все пришло с Запада. То, что придумали черные люди, негры, с нью-йоркских улиц. И вот это, на мой взгляд, стоит не забывать, откуда пришел рэп и весь вся хип-хоп культура. Я до этого
пробовал стараться рассказать, что такое рэп, и на мой взгляд, это и есть самое главное, что я хотел в этом ролике сказать. Старайтесь не забывать, откуда пришел рэп и вся хип-хоп-культура. Ведь изначально должен быть популярен шансон, ведь шансон это и есть настоящая русская музыка, но не рэп. Поэтому здесь, я думаю, нужно разбираться в жанрах, что такое рэп и что такое шансон, джаз, блюз. Это важно понять, иначе молодежь или современное поколение, или новое поколение не будет понимать, откуда пришел рэп, откуда джаз. Это нужно знать, иначе все подумают, что русские придумали BPM. Нет, русский просто дополняет хип-хоп культуру, которая пришла с запада. И на этом я хочу закончить аналитику батла Элдал Джарахов против Ларина.